Всем привет, с вами Мегадекстер, и это видео, в котором я хочу обсудить, в чем плюсы и минусы лета 2016 года. Плюс первый. Я наконец-то уехал на отдых, то есть потому что прошлым летом я не уезжал никуда, я оставался здесь, ну, на даче. А этим летом я уехал на отдых, на котором пиздец пришел, конечно, но это чуть позже. Поэтому первый плюс — то, что я уезжал на отдых куда-то. Я встретился там с друзьями, с которыми я познакомился именно на этом отдыхе, там, 4-3 года назад. Потому что, опять же, повторяюсь, прошлым летом я не был там. Второй плюс. Ну, в конце концов, лето, чё, я отдыхал. Но не скажу, что типа на полную отдыхал, да? Хотя, опять же, на отдыхе был, конечно, случай, когда я пил муха. И поэтому это тоже как второй плюс, потому что наконец-то лето, а сейчас же школа. И хотелось бы побольше лета, как ни странно, побольше отдыха. Третий плюс, ну да, я так вот сказал уклончиво. Этим летом, скажем так, пил муха. Последнее я, скажем так, только на свое день рождения, потому что что-то решил, что будет нормально. Нормально. Но нет, нифига не нормально. Поэтому. Но для меня как бы это считается плюсом, потому что не знаю, ну как-то типа начал пить, что ли. Вот. Но да, есть очень большая разница между тем, что пить и бухать. Но не важно мне об этом, потому что, черт, я не могу об этом говорить. Четвертый плюс. Я, честно говоря, не знаю, еще плюс. Потому что все затмевает то, что просто это было лето, просто что я отдыхал наконец-то от школы всей этой хуйни. Ну, я вам говорил, в принципе, в плюсах и минусах, когда вот про весну. То, что типа там это всякая хуйня и тому подобное в школе. И типа опять будет это физика и вся остальная херня. Потому что, по сути, сейчас мне нужен только английский из предметов. Так я собираюсь поступать. Вообще не относящийся ко всем этим предметам. Наверное, даже английский не включен на ту специальность, скажем так, которую я хочу пойти. То есть английский ради того, чтобы я умел разговаривать с другими людьми той же специальности. Ну, да. Поэтому, по сути, мне ни один из уроков в школе не нужен. То есть просто сидеть и учить английский. Но неважно, сейчас о четвертом плюсе мы говорим. Короче, то, что было лето, это три плюса, все. Ну, вы поняли, три плюсы, все, три плюса. Минусы. Насекомые, все эти гребаные насекомые, комары, мухи, осы, пчелы. Твою мать, все время лезут туда, куда не надо. Все время, то в бассейн, когда вот как раз я на отдыхе был, обязательно насекомые должны в бассейн, и потом это пи***. Поэтому это меня вообще напрягало. Скажем так. Хотя мухи и комары пока что до сих пор есть. Лично я укусы от комаров получаю все еще. Я не знаю, как там вы, не важно. Поэтому вот первый минус — это то, что гребаные насекомые все время, блядь. Но второй минус, по сути, выходит из того, что насекомые есть, потому что довольно тепло. И, блядь, было когда жарко, причем слишком жарко. А иногда был полнейший пиздец с дождем, или когда была гроза. Ой, вообще, конечно, полнейший. Поэтому это второй минус того, что погода была такая. Ну, не, в принципе, это нормально было. То есть, тепло, там, жарко, да. Но иногда бы, конечно... Я еще вспомнил случай. На отдыхе умерла одна бабка и один дед. И одна бабка вроде разбилась об скалы, а другой дед утонул. Я не знаю, зачем я вам это рассказываю, но так просто. Имейте в виду. Третий минус. Ну... Скажем так, я был на отдыхе, но я не был все лето. Я был на отдыхе только один месяц. Ну, то есть вы же видели то, что у меня же этот влог вышел в августе, да? И поэтому я был только один, ну, да, опять же, я снимал влог. Поэтому я был только в июле на отдыхе, а в августе не был. Потому что получилось там по семейным обстоятельствам, скажем так. Четвертый минус. Лето слишком короткое. Какая-то... типичный уже, скажем так. Просто серьезно, слишком мало времени было на то, чтобы отдохнуть, скажем так.
Хотя, в принципе, я думаю, что этот сейчас год тоже быстро пойдет учебный, потом на 5 лет, потом быстро пройдет, бла-бла-бла. И так быстро время пройдет. Вся твоя жизнь, сдохнешь, блин. Но, нет, конечно, это, конечно, бред полнейший, но не важно. В принципе, я 5-го минуса никакого не вижу. Наверное. А, ну как бы есть, но как бы и нет. Это как раз исходит из плюса, скажем так. Когда был мой день рождения, я из-за того, что бухал, я там успел, я блевал и тому подобное. Все, неважно, это был 5 минус. Ну, в принципе, на этом все. Как вы поняли, минусов этим летом, как ни странно, точнее, наоборот, очень странно, было больше, чем плюсов. Ну, по мне, как, эти минусы такое. Потому что они не особо такие, скажем так, значительные, чем плюсы. Потому что, в конце концов, это лето, ёптвою мать. И тут даже минусов практически никаких и не должно быть, ну, не считая комров и всего этой хуйни природных, скажем так. Да, минусов больше, получилось так, что минусов больше, потому что я, это я, и вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Мегадекстер, всем удачи, всем пока.